тут есть пояс, который замедляет эту ярость. Ну, падение ярости. Ну, пояс устанавливается. Вместо, допустим, шлема. Вы снимаете плюс 4 защиты и минус 1 атака. А тут 2 защиты, минус инициативы. Всем животным в армии врага. Охотничья куртка. Сапоги 2 защиты, щит 2 и 4 защиты и минора. 3 атаки, 2 защиты, ну плюс 5, плюс интеллект. Минус 10 атака дракона врага. Вот когда дракона не сражается. Драгонит. Лунный меч. Плюс 2 атаки, плюс 5 маны. Солнечный плащ этого интеллекта там. 3 мана, а этот череп мудрица. Это птиц. Ну типа корха дрона какого-то там. Ну чё кого-то. Плюс 10 мана, плюс 20 свитка. Свиткости книги. Емкость книги. Плюс 20 свитка. Ну, магическое у него так как и есть. Защита от магии 50, рунная броня 10 физ, 10 от яда. Ну, там уже не сразу одна руна там бухая. Если мы дипломатию качнем, то не страшно. А эта штука, да, 4 защиты, да, 1 атаки. Ну. Вот так вот. Можно с собой возить. Но сейчас, там даже если мы в том бою на Европе. Нам нужно сюда, к этому. А, башня волшебника. Ну, то есть, если будут получаться два боя подряд, как они будут получаться? Ну, чтобы они получились, даже теоретически, потому что там огромная армия, то что за Рому мы будем сражаться. Вот от дома вот этого волшебника, башня волшебника, Magician Tower. Здесь, за поворотом. Ну, то есть, доехать мы успеем. А войск все равно не будет, ну то есть какие-то будут там. Змеи надо будет накупить. Черни новых выставить. И решать там кто что. То есть это еще выиграть надо. Потом у нас план такой, что. А вообще там какие? Можно съездить за стрелками снова. Ну, приплыть и, короче, я растеряюсь. А здесь не с кем сражаться на лове. Больше нет, кроме той двери, что открывается, больше ничего нет. Как его победили? На дебрях. Снова надо в замок, старый замок съездить, забрать стрелков, перевести сюда, а то забрать и клопов. И перевести их в этот. Ну, в Бристоль. Там все равно много войск. И надо будет кихлоп, а там пещере присоединять, так что. Ну как бы выгодно. Сюда даже ближе плавать, надо плавать, это там полосы. Ну, заберем стрелков, стрелков поменяем. Надо было бы стрелков купить. А, да. Стрелков оставим там. Я думаю, этих оставим.
Ристоля. Бристоль. Ну, теперь у нас как бы мы освобождем. Все оставим. До пирса плавать туда-сюда. Ну, трохи да, далековато, но никак не до самого края. Вот мост Бристоль. А пещера. О, еще пещера вот тут где-то. Или снег. Он даже не показывает. Или вот. А вот его еще пещера. Да. А, забьем стрелкопы. Стрелкова ставим в замке там. Забьем стрелкопы, этих всех поставим. Тут. Вернемся сюда с культу. Все. Ну, чтобы 400 опыта получить, там 50 пиратов. 50. Бойников и 50 стрелков и 400 потому. Ну, вернемся, посмотрим, уже сейчас как она сюда сохранит. В общем, пиратов надо собрать. Медиумки копы. Это мистики, да, мистики. Это же обратный путь мы забрали стрелку. Вот мы светим. Забираем кубу. Вот мы поменять их. Мы поменяли все. Ничего не бристоль. Сейчас он просыпать там сейчас 8. 7-8 дней. Подсыпемся. Как смеяк меня. И дай. Ну, гарнизон не особо на новости был. А тут есть и силы ярости появились. Вроде не было. Мы покупали там, где было ярости мана, мы купили ярость. Ну пусть будет, может быть. Так. Ну санки у нас не можем достать. Вон скинет. Уже 4000. Правильно, ничего. Сейчас поменяем.